Родовая карма более сложная. Почему? Потому что она накапливается большим количеством родственников. И фактически мы отрабатываем карму не во внешней среде, там работа, какие-то, может быть, взаимоотношения с людьми, а именно во внутренней, непосредственно в роду. И вот здесь отработка происходит за счет того, что мы фактически исправляем ошибки рода. Нас в них направляют, и мы их исправляем, исправляем, исправляем. Ее снивелировать или как-то убрать практически невозможно. Что плюс? По нашему курсу кармической родологии мы можем сказать, от кого конкретно пошла ошибка. Дальше вы можете уже опросить своих родственников, более широко понять, в чем суть.